проиграл. Ну, почитала ты. Ну. Я ему читаю, ты переворачиваешь. Назови трех знаменитых Владимиров. Это надо по новой начинать. А, все уже. Все уже. Давай ты ему, я переворачиваю. Там Владимир Путин, не? Ну я хотел, он у меня один только был. Зеленский был. Назови три вещи, которые делают на свидании. Поцелуй, объятия и секс. Прям на свидание. Нормально. Тени. Да? Да. Назови три начинки для пирога. Вишня, малина, клубника. Так, я тяну, да? Ты мне, да. Назови три вида легкой атлетики. Аэробная, анаэробная, тяжелая. Что? Что? Легкая, тяжелая атлетика. Записывайте, записывайте. Аэробная, анаэробная. Меня к вопросам можно заранее готовить, пожалуйста? Подожди, я погрустнел. Че, ты мне? Читай. Назови три места, где можно найти монеты. Кошелек, карман и сейф. Да, хороший. Молодец. Назови три зеленых предмета. Поле, газон, трава, листья деревьев. Не искусственно, может быть, поле. Пожалуйста, полегче там что-нибудь можно. Назови три морских курорта. Анапа, Сочи, Адлер. Это по России, да? Я поддерживаю отечественные курорты. Это вопрос, какой длинный сейчас пипец. Назови три запрещенных действия во время собеседования. Чих, сморчок, кашель. Что? А что вообще? Давай. То я? Нет, ты мне тянешь. Назови три покупки в газетном киоске. Журнал, газета, лотерейный билет. Назови три вида транспорта. Автобус, трамвай, троллейбус. Не желтый? Желтый читали? Там красненький, интересный. Мне, пожалуйста, без красок. Назови трех героев фильма. Бэтмен, Спайдермен и Человек-невидимка. Готовился к этой игре, что ли? Давай. Так, кто я делаю? Я. Коля знает все ответы. Назови три вещи в игровой комнате. Мышка, клавиатура, монитор. Моей, моей. Наручники там, что еще, клапан. Назови три реалити-шоу. Дом 2 и все. Больше никаких шоу не знаю. Назови трех животных на М. Мишка. Моська. Марат. Я переворачиваюсь? Давай ты мне. Назови три известных исторических события. День Победы, революция и... Я не знаю. Какие еще исторические? Ну, много исторических событий давно. Назови три подарка для новорожденного. Пеленки, подгузники и тельняшки. Ну как эти называются, в которых дети? Бодики. Бодики? Так.
Так, давай я переворачиваю тельняшки. Кто веселить-то будет? Давай. Назови три места, где можно купаться. Море, океан, бассейн. Ну я не согласен, легкие вопросы в хули попадаются. Нам посмешнее сюда выбирать. Давай. Так ты шутишь. Назови три причины ненавидеть шопинг. Дорого, долго, нудно. Ну, скажи, мне нравится. Назови три рифмы к слову чудесный. Прекрасный. Неповторимый. Необыкновенный. Рифмы? Но чудесный. На... Нет. Как рифмы же это что, по окончанию? Ну, типа ясно, одинаковые да, были. Рифмы это которые рифмуются. Чуть небесный. Ну, ну да. Ну так я типа того. Ну человек понял вопрос, я понял вопрос. Мне понравился. Так, я же читаю. Да, ты. Ну, это вообще детский сад какой-то. Назови три блюда, приготовленных на мангале. Шашлык, рыба, грибы. Давай. Назови три части автомобиля. Бампер, колесо, двигатель. Это, конечно, может быть не части, но да ладно. Вопрос со звездочкой уже нет. Готов? Мне? Переворачивай. А, я готов. Назови три напитка на завтрак. Молоко, кофе, чай. Ну ладно. Назови три марки телевизоров. LG, Sony, Philips. Сатурн. Любимый. Так. Так. Да, я переворачиваю. Да, ты переворачиваешь. Ты... Назови три планеты. Нептун, Марс, Земля, Сатурн. Это телевизор. Назови три головных убора. Шапка, кепка, ушанка. Ушанка. Назови три раздражителя. Гарик, Марат и Сергеич. Ах ты, блядь. Я тяну? Да. Не, я тяну. Да. Я, ты переворачиваешь. Назови три ингредиента пиццы. Колбаса, сыр, тесто. Назови трех певиц. Алсу, Анита Цой и Глюкоза. А сейчас что не так, скажи. Не, я Алсу, потому что у меня тоже первая. Это певица? У меня Земфира. Она же вела этот, тачку на прокачку. Назови три знака зодиака. Рыба, телец, весы. Близнецы, телец, весы. Тени. А это какой? Последний. Назови три слова на букву Ж. Пусть Коля выиграет. Мне просто первое слово сразу пришло. Коля победил. Аплодисменты. Сынки.